И снова всем привет, я Техномакс от Darkside Dash Genesis, наконец-то есть возможность продолжить. Так, идем там, нужно поговорить с этим дятлом, замок которого осаждали. А, он, по-моему, стоит наверху, возле Дис. Они где-то там все собрались, что ли? А, нет. Вульгрим здесь, этот здесь. Что-то я не понял, а что вы тут затусили вдвоечка? Мамона прячется от нас. Хитрый демон. В его сокровищнице мы нашли реликвии из Эдема. Возможно, Люцифер придумал, как туда проникнуть. Это тревожно. Вход в Эдем был запечатан после вторжения нефилимов. Могущественные артефакты остались лежать среди пепла, но они были в недосягаемости до сих пор. Я должен провести дополнительные изыскания. Если Люцифер нашел дорогу в Эдем, Всевидящее Око раскроет его методы. Мы нашли карту. Понимаешь эти каракули? Интересно. Кажется, у Мамоны есть еще одна сокровищница. Она больше и еще лучше спрятана. Эти каракули указывают ее местоположение. Мы вырвем правду из уст Мамоны и заставим его расплатиться за сговор с Люцифером. Всадники, хоть вы и считаете себя могущественными, но вы оба способны на большее. Гораздо большее. О, вдохновляющая речь! Постой, я возьму бокал. Совет наделил вас силой, но наложил ограничения. Я смогу частично снять их, но вы, должно быть, и так это чувствуете. Вы привязаны к вашему прошлому и к вашей вине. Это дает совету возможность ограничивать вас, подавлять то, что внутри. Хаос. Внутренний мятеж. Между прочим, насчет речи я пошутил. Тихо! Что ты сделал? Ты чувствуешь боль, однако не я ее причинил. Объяснись! Я лишь приоткрыл дверь к конфликту внутри вас. Ваша ненависть, ярость, сила. Вы чувствуете ее и можете ею пользоваться. Как? Скоро узнаете. По мере того, как копится ваша ярость, раскрывается и ваш потенциал. Он понадобится вам, чтобы победить Мамону и других владык. Ха-ха, почему я внезапно охвачен желанием убивать все подряд? Уверен, что совет будет очень доволен. Угу, поговори с Самуэлем, выполни новое задание. Обличие беззакония. Раздор принимает свое сильнейшее обличие на несколько секунд, получая неуязвимость и прибавку к урону. Требуется полная шкала хаоса. О, как. Обличие хаоса. Война принимает свое сильнейшее обличие на несколько секунд, получая неуязвимость и прибавку к урону. Требуется полная шкала хаоса. Понятно, это на полную шкалу, короче, ультимативная способность. Обличие хаоса. Шкала хаоса у раздора и войны будет заполняться по мере того, как вы сражаетесь с врагами. Нажмите, когда шкала заполнится, чтобы задействовать форму хаоса. Ни хрена, блин, тут приколы начались. Атаки обычно беззакония раздора. Удар хлыст, пулемет гатлинга. Опустошение. Атаки обычно хаоса войны. Удар, удар сверху, неистовство. Ага, удар, удар сверху, удар сбоку, удар с прыжка, блин. Разнообразие. Хорошо. Что по деньгам, кстати говоря, 7100 душ тут, 45 монет, 3 ключа. Ага. Поговорить с кем-нибудь? Сходить к Дизу в гости. Может, чего у нее интересного?
Привет. Ага. Ой, тут столько всего. Теневой шаг в воздухе. А, ну это рывок к земле. Боезапас, о, приобретен, хорошо. А, рывок может продлиться дольше, понятно. У войны есть чего здесь? Ну, у него тут такие комбинации. Взаимодействие, разрушительный метеор. Война приземляется, нанося урон в огромном радиусе и отталкивая врагов назад. Требуется полная шкала синергии. Требуется полная шкала для активации, некоторое время удерживайте В. Пускай будет. У всего своя цена. Взаимодействие. В режиме одиночной игры вы будете переключать персонажа при использовании способности синергии следующего персонажа. Угу. Так, чего еще интересного? Гарпун есть. Улучшает разрубание войны, теперь наносит 2 удара. Можно взять. Может, если у меня хватит душ, я сумею выкупить свободу? Можно ведь помечтать. Хорошо. Не зевай. Монету прозеваешь. Где-то должен быть еще Вульгрим. Он к себе вернулся. Да. Давайте посмотрим, чего у него. Всадники вернулись. Да. Приобретено осколок сферы гнева завоевателя. Так. Все приобретено. И осталась сфера гнева разбойника. Тут же еще улучшение, бля, писец. Одно зелье. Вот да, одну зелью стоит взять. Ядра. А, набор ядер существ, лед и пламя обычный. Случайное ядро существа из числа обычных врагов, встреченных во владениях Мамоны. Лед и пламя редкий. Это редкие враги. Блин, ну ядра и так выпадают. Говорят, вас ждет веселье. Ну, не знаю, кто говорит, но все может быть. Наконец-то следующая локация. Мамона, 6-я локация. Мамона прячется в тайном хранилище. Всадник ищет его, чтобы узнать, какую роль Мамона играет в замысле Люцифера. Опять хранилище. Ну, погнали. Так. Что у нас тут по всяким боеприпасам? Это лавовый выстрел на второй. Обычный выстрел. Хорошо. Это эти способности. И это вот эти способности. Бомба пустоты. И стрижающий меч. Хорошо. Не, война, ты мне пока что нафиг не нужен. Собака крысиная, блин. Как он меня достал уже сегодня с мифуёчками. Зал Мамоны. Че это, босс? Вот так сходу? Нет, 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 нет! Люцифер обещал мне безопасность. Сказал, что я под защитой. Сказал, он же мне обещал. Забирайте, все забирайте. Мы меч совета. Ты действительно считаешь, что купишь нас своими бездел... Ого. Что ж, я почти купился. Брат, стой! Мы ведь могли его допросить. О, точно. Вот видишь, он жив. Доволен? Так что, его теперь грохать, что ли? Ну, судя по тому, какая есть большая площадь, то сейчас предстоит месиво некоторое. Наконец-то! Битва! Мне это понравится. Ха-ха-ха!
Собачара, блин. Голову бомб побольше. Это тебе за все твои приколы с сундуками, тварь. Прими фарму, мой приз. Бейся за меня. Охо. Нечисть всякая полезла. А, так тут телепорт стоит, ясно. Мертвые это запомнят. Да смысл. Надеюсь, дешевка. Опа. Моя сила в знании. На, блин. Беги ко мне, мое сокровище. Не надо, я его добиваю. Иди прямо в мое отражение. Не успел. Вы сгорите за это. Да нифига ты, борзый чувак. Зеркало, черт. Зеркало нужно убивать. Это даже не похож. Так, минус всадник. Расплющи их. Блин, да ни хрена себе, сколько у него сейчас всякого дерьма. Сейчас я раздавлю твой позвоночник. Вот это у него всякой херни летает. Чародей, кудесник, блин, на тебя. Блин, зараза. Я сокрушу вас сам. Да, ну попытайся. Мы что, не можем их убить? Твоя цель, Мамона. Ты приговорен. Так, хпшка, хпшка, хпшка. Ох, сколько херни всякой. Сколько всякой херни, да ты задолбал. Что-то хпшки мало дают вообще, кстати. Ладно, давай еще раз. Я же не знал просто, чего от него ожидать. Вот крыса поганая.
пока не сложно, кстати. Вот вначале прям он простой такой. Узрите! Золото! Зеркало, зеркало, зеркало! Какое тебе к черту зеркало? Блин, ну упирайся ты, персонаж. Хотите большей неудачи? Книги нужно сжигать. Которые ересь в себе содержат, а у него явно ересь в книгах. Вы любите золото? Моя книга! Да, да. Только первую лечилку потратил. Нормально. До свидосей, блин. Чё, на жопу сел? В чем дело, Мамона? Фокусы кончились. Что задумал Люцифер? Колись, мелкий засранец! Может, мы и пощадим тебя? Ни одно сокровище этого мира не сравнится с тем, что показал мне Люцифер! Ваши угрозы меня... Видно, он был не в настроении отвечать на вопросы. Жаль. Ты бы все равно не оставил его в живых. Да, но попробовать стоило. А что со всем этим делать? Оставим здесь. Теперь Самаэль знает об этом месте. Он сможет восстановить свою армию в 10-кратном размере. Нас это устраивает? Ну ладно, пойдем. Но я прихвачу сувенир. Сувенир он прихватить решил. Лошадку золотую. Мамона, увеличиваю шанс выпадения сфер здоровья и ярости, а также боеприпасов и душ на 2%. Щедро. Все это такая коротенькая глава имени босса чисто, да? Ну, войти в бездну. Глава пройдена, всадники победили Мамону. У Дис появились новые предметы. У Вульгрима появились тоже новые предметы. Хорошо. Лишь вы способны утолить мою жажду. Улучшение, ядра. Хрена тут ядер. Пылающая гончая. Ага, еще одна. Блоха магмы. Еще один уровень. Так, а что по ядрам тут? По обычным. Дух увеличивает силу гнева на 2%. Да, договорились. Выводы. Увеличил шанс выпадения сфер здоровья на 3,75%. Как они это высчитывали, блин? Говорят, вас ждет веселье. Ага. Ядра существ. Так, какие там ядра есть? Сердечки и вот эти вот загогульки.
А, меча нет. Так, лишнее поубираем. Это пока можно поставить сюда, чтобы запитать ядро. Хорошо, это сюда, и еще одно у меня осталось сердечное тоже. Ядро. Пока сюда. Больше их девать-то некуда особо. Хорошо, идем поговорим. Хорошая работа, всадники. Мы не твои палачи. Смерть Мамоны была неизбежна. Да, палец дрогнул. Этот демон сражался с нами оружием, украденным из Эдема. Наши подозрения подтвердились. Люцифер побывал там. Мы с Мамоной были врагами. Не стану отрицать, что весть о его трагической кончине весьма порадовала меня. Позвольте мне вознаградить вас. Вольгрим продолжает идти по следам Люцифера. Кажется, он побывал в гостях у еще одного владыки. Назови его имя. Наш договор все еще в силе? Кажется, вы не считали его долгосрочным. Мы уже испачкали руки. Не вижу смысла отмывать их сейчас. Золотые слова. Новый союзник Люцифера – Белиал, Осквернитель. Попасть в его владение не так просто, но поговорите с Вольгримом. Он знает способ. Интересно, во что это нам встанет на этот раз? Да, действительно. Вольгрим такой чувак, который, блин, свои выгоды не упустит. Наконец-то вы здесь. Я наметил путь в царство Белиала, однако мне понадобится кое-что еще. Какая неожиданность! Что тебе нужно? Скажите, всадники, вы слышали об арене? Ты про ту адскую дыру, где ты балансируешь на грани смерти, испытываешь адскую боль и, возможно, только возможно, уходишь оттуда живым и с наградой? Да. Я там не был, но для меня звучит заманчиво. Похоже, мастера арены заполучили редкий талисман, который поможет мне быстрее найти нужную дорогу. Эти дураки не знают его истинную силу и выставили его в качестве приза. Принесите мне талисман, и я укажу вам дорогу в царство Белиала. Эй, а это может быть забавно. На сей раз я согласен. Но давай побыстрее. Ну да, войне лишь бы поместиться, только мечом помахать. Ну потому он и война. Фух. Ну что, наверное, давайте на этом закончим пока что. Получилась серия такая не длинная, но довольно интересная и занятная. Все. Всем спасибо за внимание. С вами был Техномакс. Это был Darksiders Genesis. Всем до новых встреч. Пока.